Здравствуйте. Уссурийские хоккеисты Борис Загней и Артем Долганов выступили на фестивале ночной хоккейной лиги в Сочи. Парни представили Приморский край в составе Вольфрама Б в Лиге мечты 18+. Стартовую игру приморцы сыграли с Ярклиматом из Ярославской области. И сразу победа 3-2. Вольфрам попал в полуфинал. Здесь матч оказался менее удачным. Не устояли наши мужчины перед кузней из Кемеровской области. Так накрылась надежда сыграть за золото. Зато появился шанс занять свою ступень на пьедестале, пусть и третью. И Вольфраму это удалось. 5-2. Уверенная победа приморских ребят и бронзовая награда в Лиге мечты. Сегодня команда уже вернулась домой с фестиваля ночной хоккейной лиги. Зато уссурийцы автомоделистам никуда и ехать не надо. Этапы дальневосточных соревнований по ралли-кроссу проходят на домашней трассе. 5-й этап региональной гонки по ралли-кроссу уже миновал. Всего их 8. Впервые на уссурийской трассе организаторы использовали засечки и для моделей предусмотрели новое покрытие – 80% асфальта и 20% легкого грунта. На этап допускались модели масштаба 1 к 10 и с любой резиной. Стартовое расположение машин на время квалификации и для финальных заездов отличались. Победителем этого этапа в личном зачете стал уссуриец Константин Латышов. На второй позиции его одноклубник Андроник Долуханян и Максим Чан из Владивостока закрыл тройку сильнейших. 6-й этап дальневосточной гонки по ралли-кроссу запланирован на 6 июня.